В Алматинской области выясняют причину смерти сразу троих жителей села Кеген. Они умерли после того, как спустились в колодец. Самому младшему из погибших всего 15. Некоторые сельчане уверены, люди в шахте отравились ядовитым газом, который мог появиться там из-за неправильной укладки асфальта на улице. Но есть и другая версия случившегося. Обстоятельства этого ЧП изучает на месте репортер КТК Денис Брагин. Посмотрим. Весь поселок Кеген сегодня скорбит. Накануне здесь скончались сразу три человека. 43-летний мужчина, его сын 15 лет и сосед 68-го года рождения. Местные рассказывают, у семьи пропала дома питьевая вода. В колодец спустились, чтобы узнать, что случилось. А выбраться из него уже не смогли. Погибших обнаружили жители села прошлым вечером возле этого колодца. По словам сельчан, сначала отец и сын спустились внутрь, чтобы узнать причину отключения воды. Мужчина и подросток потеряли сознание. Позже упал в обморок и сосед, пришедший на помощь. Предположительно, все трое отравились газом, который скапливается в шахте. Дина Айтбаева в одночасье потеряла двух родственников – младшего брата и племянника. Подросток только перешел в 9 класс. Его отец был сотрудником частной компании, а сосед работал водителем. Самым первым вытащили моего брата. После оказания медпомощи он открыл глаза, но не смог согреться. Его вырвало. Затем подняли соседа Сергея. К тому моменту колодец заполнился водой. Приехали рабочие, откачали, потом достали ребенка, который был уже мертв. Жители уверены, трагедия произошла из-за чьей-то халатности. Относительно недавно на улице обновили асфальт, но положили его неправильно, жалуются местные. Теперь люк водопроводного колодца не на поверхности, как должен быть, а под толстым слоем дорожного покрытия. И потому, как считают сельчане, в шахте образуется ядовитый газ. Он якобы и вызвал отравление. Согласно технологии, после того, как провели воду и построили дорогу, верхнюю часть колодца должны были вывести на поверхность земли. А подрядчики, которые стелили дорожное покрытие, засыпали люк асфальтом. Воздух внутрь не поступал, поэтому газ накапливался. Жители сами вскрыли поверхность колодца. Близкие рассматривают еще одну версию. Допускают, что когда колодец заполнился водой, людей внутри ударило током. Чиновники же констатируют, погибшие проводили ремонт, никого не поставив в известность. А ответственных за укладку того асфальта уже не найти. Ремонтировали эту дорогу примерно 4 года назад. Человек, который отвечал за те работы в 2020-2021 годах, уже не занимает свой пост. Почему так постелили асфальт, не могу ответить. Какие теперь примут меры, местные чиновники тоже не ответили. Тела погибших сейчас в морге города Кунаева. Отчего на самом деле умерли трое сельчан, эксперты установят в ближайшее время. Денис Брагин, Сергей Ковтун, КТК, Алматинская область.